Спасибо, кореглазый, блин, не знала даже. Но я все равно не поняла, как определять живых людей и ботов. Кто-нибудь объяснит мне потом? Ну, за гостя то, что ты объяснил, спасибо. Алиса, простыми словами, что такое глупый, тупой человек? Ищу для вас ответ. Просто непонятно, по каким критериям. Алиса, тупая женщина, простыми словами. Давайте поищем. Мой любимый ответ Mail.ru. Закрылись же они сейчас, ага. Всегда в точку. Вот 8 лет назад Алексей Рукашин ответил. Но если честно, которая смотрит тупые сериалы, вечно сидит в телефоне в соцсетях, закачивает мелодии на мобильник, фанатеет от тупых звезд эстрады, блокбастеров и т.д. и т.п. Это определенно весьма характерный тип женщин. То есть человек, который живет тем, что его окружает, копируя поведение большинства и не имеет ничего своего из головы. Я не копирую никого. Значит, я не тупая. Understand? Необразованная. Тупая женщина не беда, вот тупой мальчик это драма. Копирует. Признан лучшим ответом, кстати. Просветленный статус у него. Есть немножко. Да вы заколебали? Умняшки тут сидят. Крайнюю плоть свою подбери. Вводишь эту по экрану. Нажми на круг с цифрами, где показано число зрителей. Вот, нажимаю, и что? Я нажму, я читать тебя не смогу. Сначала напиши полностью. Я никого не копирую. Заколебали крайнюю плоть свою подберите. Ходя это не тут. Ум да заразу. Заразу. Если бы я была умная, я бы не сидела в эфирах. Understand? Я бы вон в Гарварде училась. Радуйтесь. И как ты определил? Как ты определил, что проспект левел 30 и ниже 30? У тебя программа какая-то стоит или что? Сидела бы уже. Да неудобно тут сидеть. Тут этот. Табуретка низкая. Я ж мелко ж не вижу ж. Так я тоже в космосе. У меня тоже местоположение в космосе. А, ты в анкеты заходишь еще? Ой, я-то не захожу никуда. Я вот к тебе только зашла в анкету, посмотрела, потому что ты так интересно пишешь. Я в анкеты только захожу, если человек мне пишет что-то или наоборот грубит. Фу, жарко, душно. Весна. 13 признаков глупой девушки. Блин, холодно. Кто опять топит печки? Жара такая. Так. Первое. Привлечение к себе внимания любым способом. Все средства хороши. Она без конца громко говорит. Но я в эфире вообще-то. Я ведущая. Что-нибудь приготовишь? Да я блины уже готовила с творогом. Сегодня не хочу больше ничего.
Просто мне говорили, что я когда стану официально ведущей, у меня ботов почти не будет. Вы, конечно, вживую вместе с ним ходят боты. Прикольно. Так, короче, 13 этих. Без конца громко говорит, причем только о себе. Перебивает людей, что-то выкрикивает, выражает свое мнение, которого не спрашивали даже в тех вопросах, которых не разбирается. Никого не слушает, ведет себя бестактно, у нее нет тормозов. Иногда она даже сознательно позорится или надевает маску шута, лишь бы смотрели только на нее. Ну, я ведущая, в жизни я так себя не веду. То есть я вот так вот, ну, громко не разговариваю в жизни. Второе. Женщине нравится исключительно... Желание нравится исключительно всем и производить только хорошее впечатление. Хочет заслужить похвалу. Подвержена стадному чувству, зависимость от мнения окружающих. А, это есть. Это есть. Я тупая, реально. И что делать? На публике проявляет свои эмоции слишком гипертрофированно. Звонко хохочет. Смешными шутками широко удивляется тому, что у нормального человека не вызовет удивления. Наигранно умиляется банальным вещам. Орет, бьет посуду. Нет, так не делаю. Ей кажется, что в общественном месте скопление народа все на нее смотрят. Нет, такого нету. Пытается полностью копировать стиль одежды, образ, манеру вести себя, речь какой-нибудь знаменитостью. Не, этого нету. Я, походу, правда тупая. Ну вот это вообще сходится, вот это. Желание нравится исключительно всем, производить только хорошее впечатление. Я вот такая. Значит, я тупая. Ну и чё? Господи. Ну тупая и тупая. Ну, пытается копировать стиль, вот этого у меня нету. Бешеная ревность, желание контролировать, полностью обладать партнером. Да, это есть. Нет ни одной из сфер, в которой она специалист, достигла определенного уровня, постоянно обучается. Она ищет себя, рассматривая все подряд. Ее знания поверхностны. Нет, такого нету. Она постоянно за глаза критикует других женщин, мысленно с ними соревнуется, очень переживает, если проигрывает. Не умеет устраивать теплые отношения с девушками и чему-либо учиться у них. А, да, это есть. Свято следует советам кумиров, не прогоняя их через призму своего восприятия. Всему верит, ее легко обмануть. Да. Игнорирует нужды собеседника, не видит, что ему скучно. Нет, нет.